проекта – это возможность проявить свои профессиональные способности, разработать программу или проект, который можно будет реализовывать из года в год и развиваться. А мне это дает возможность саморазвития, потому что мы работаем с молодежью, а молодежь – это сфера, которая меняется постоянно. И, соответственно, необходимо быть постоянно в тренде, для этого участвовать в различных конкурсах и развиваться самостоятельно. Формула успеха должна быть успешной. Лучший работник молодежной политики 2013 года присуждается замечательному специалисту Оксане Ощеко.